Отлично. Так, ну что, как вам домашнее задание? Ведь с этим говнищем нам придется обниматься все оставшееся время на Ленале. Это ваши, как там, бриллиант – это лучшие друзья девушек, а вот линейный оператор – это лучшие друзья студентов по линейной алгебре. Знаете. Хорошо, план такой. Сначала разобрать домашнее задание. И в рамках разбора, там вот первое домашнее задание было посвящено инвариантным подпространствам, я хочу рассказать параллельно некоторый метод, более-менее общий, который описывает, как можно искать инвариантные подпространства для линейного оператора произвольного. То есть там есть некоторый кусочек, который ну вот надо как-то там вот докручивать для произвольного случая, но тем не менее некоторая редукция к более простой ситуации здесь есть. Значит, дальше, ну вот там последняя задача еще интересная. Вот, а из нового материала хочется поговорить про всякие штуки, тоже связанные с линейным оператором, и в первую очередь про диагонализуемость. Там я хочу еще затронуть лемму стабилизации. Ну и вообще поговорить про то, как думать правильно про диагонализуемость, для чего она может пригождаться и там, как ее правильно применять. В общем, поехали. Значит, задача номер один. Значит, у вас был оператор... в первом случае в R3, который задан вот такой вот матрицей. А во втором случае у вас оператор в R4, который задан вот такой вот матрицей, ну, Жорданова клетка. Вот. И надо было найти все инвариантные подпространства. Найти у в Rn, ну, там 3 или 4 инвариантные подпространства относительно φ. Какой ответ будет в пункте А в первом? Ну, там все комбинации стандартных векторов. Да, то есть мы берем следующее. Это либо нулевое, либо Е1, либо линейная оболочка Е2, либо линейная оболочка Е3. Либо мы берем попарно Е1, Е2, Е2, Е3 и Е1, Е3. Либо все пространство R3, которое есть Е1, Е2, Е3. То есть, смотрите, у нас конечное число инвариантных подпространств. То есть мы как бы берем линейную оболочку стандартных байсных векторов, и каждый либо берем, либо не берем. И получается 2 в третьей вариантов, то есть у нас как бы 8 вариантов. Отлично. Значит, давайте сразу тогда ответ в Б. Что будет в пункте Б? Какой ответ? Нету добровольцев. Ну хорошо. Тогда давайте про пункт Б вот что скажу. Значит, там 0, Е1. Ну, линейная оболочка префиксов Е1, Е2, Е1, Е2, Е3. Ну и все пространство R4. Тут у нас всего 5 инвариантов. Их конечное число. Ну что, у кого-нибудь не совпало? Не, ну у меня, в принципе, так же было, только я это как-то иначе записал. Ну что там, типа, у нас сначала векторы, ну, там, короче, такие подпространства, что у них у векторов сначала координаты идут не нулевые. Ну, а какие-то, они могут быть и нулевые, но любые, а нижние сколько-то нулевые. Да, а нижние... Да, именно так. Это вот ровно оно. Хорошо. Значит, теперь смотрите, как вообще такие вещи делаются. Но давайте я пару слов скажу... Значит, о том, как, в принципе, можно пытаться искать инвариантные подпространства. Вообще есть такой метод. Ну, прежде чем перейти к решению, я хочу просто обсудить некоторые общие штуки. Есть такой, так называемый, главный инвариантный подпространство. Это вот что такое. Если у вас есть оператор на пространстве V, давайте возьмем произвольный вектор V. Тогда мы можем... Давайте напишу так называемый главный, ну, рассмотреть следующее множество. Давайте v в квадратных скобках. Это обозначение чисто на сейчас, чтобы вот было более кратко обозначать то, что я собираюсь ввести. Я делаю следующее. Беру вектор v, потом фи от v, фи квадрат от v и так далее, фи в степени n от v и так далее. То есть беру, применяя к вектору v все возможные степени моего оператора. Получаю такое бесконечное множество векторов, сваливаю их в одну кучу и рассматриваю их в линейную оболочку. Вот такая дрянь. Замечание номер один.
вот эта штука является фи-инвариантным. Кто это видит? Mm-hmm. Я не понял, что ты сделал. Еще раз. Ты берешь вектор V. Да. Ты берешь фи на V это вектор, правда? Да. Фи квадрат на V это вектор. Да. Но по сути же ты просто говоришь, что ну, вот у тебя есть вектор, ты применил к нему фи, и ты берешь в себя же. После этого ты еще раз применил фи, и опять берешь, в смысле, в то же пространство. Вот. Если типа, ты один раз применил фи к вектору в пространство и попал в то же подпространство, то вроде из него выпрыгнуть ты не можешь. Я сейчас не понимаю, ты какую-то тавтологию говоришь. Не знаю. Или я не понимаю. Нет, еще раз. Я не, смотри, у меня тут нет никаких инвариантных подпространств. У меня есть просто пространство V. Я беру любой вектор из него. И вот так вот беру, применяю к нему фи, и вот как бы они дают тебе какое-то подпространство. Может быть все, может быть нет. Например, если V нулевой вектор, то это будет, все векторы будут нули, и ты получишь нулевое подпространство. Если вектор V был, например, собственный, то тогда фи от V будет пропорционально V, и как бы он будет оставаться в линейной оболочке предыдущего. Ну, как бы у тебя это просто будет одномерное подпространство. Ну, то есть, как бы, если V не собственный, там какой-то, ну вот будет какое-то подпространство. Блин, я все еще не понимаю, подожди. Может, я не помню, что такое фи-инвариант на подпространство, я извиняюсь, конечно. Хорошо. Просто когда взяли подпространство, и если любому из векторов из него фи, то мы остаемся в этом подпространстве. Да. Ну вот. Так у тебя здесь, заметь, здесь ты создаешь. Вот до вот этого места вот тут нету ни одного слова про инвариантность. Вот если у тебя вопрос, да, что вот я сделал, то вот первые две строчки вообще не содержат слово инвариантность. Здесь, да, вообще не нужно его знать. Я просто, да, здесь, да, определил некоторое подмножество, а именно подпространство, которое является вот такой линейной оболочкой. Ну вот да, есть ли, да, вопросы по этой части? Вроде нет. Хорошо, тогда следующая вещь. Я хочу сказать, что вот эта линейная оболочка, она будет фи-инвариантна. Это означает, что если я возьму любой вектор W отсюда, то... И применяешь просто... фи, ты останешься в нем? Да, он останется внутри. Ну да, это очевидно, окей. Да, это очевидно. Более того, смотрите, любой вектор W отсюда, он вот какой имеет вид. W представляется в виде F от фи применить к V, где F – это какой-то многочлен. Опаньки. Вот кто понимает, что я сейчас написал? Да, понятно. Я понимаю. Да, да, окей, хорошо. Есть ли кто-то, кому нужно пояснить, почему то, что здесь написано, это вот оно? Хорошо. То есть просто когда вы складываете, вот там вы выносите направо, вы получаете вот такую штуку. Теперь смотрите, ну, эта штука действительно инвариантная. Вот эта штука называется главным инвариантным подпространством. Значит, то есть для каждого вектора есть свой главный инвариантный. Теперь смотрите. Важное замечание. Если у вас есть любое инвариантное подпространство, то оно будет суммой главных инвариантных. То есть если у V – это инвариантное подпространство, то тогда U является суммой каких-то главных. Не обязательно не пересекающихся, но вот суммой каких-то главных. Давайте объясню, почему это так. Значит, ну смотрите, если у вас есть какое-то подпространство U, то оно в частности порождено, ну, просто как подпространство какими-то векторами. Тогда в частности вот здесь будет лежать каждый из этих векторов уитых. Но заметьте, из-за того, что U было инвариантно, то если тут лежит уиты, то с ним лежит фи от уита, фи квадрат от уита и прочее, а значит здесь внутри лежит просто главное инвариантное для уитов. Поэтому в частности, значит, здесь будет лежать сумма главных инвариантных уитов. Наоборот, очевидно, что каждый уитый, он лежит вот в такой сумме главных инвариантных по уитам. Ну, а значит, и линейная оболочка уитых здесь тоже лежит. Это доказывает включение в обратную сторону. То есть, если мы знаем, что векторы U1, UK были базисом U, то, соответственно, что главные инвариантные для базисных векторов, они тоже в сумме дадут U.
Вот кто считает, что он понял, что я сейчас проделал? Кто уследит? Я так понял. Если кто-то, кто не можно, уловил, да. Можно еще раз, ну, вот, если мы взяли вот эту штуку, это вот тот главный инвариантный подпространство. У большой это просто инвариантное подпространство. А, просто какое-то. Любое, вообще любое инвариантное, mm-hmm. Вот мы с этого начали. И тогда оно является обязательно суммой главных инвариантов. То есть мне нужно найти какие-то вектора, главные для которых бы лежали бы в U и в сумме давали бы все U. И вот я говорю, что если ты возьмешь просто любые порождающие U как линейного пространства, просто как линейной оболочки, то их главные инвариантные в U содержатся, и все U будет суммой этих главных инвариантов. То есть здесь mm-hmm. Вот самое главное свойство, вот какое у главного инвариантного, это наименьшее инвариантное подпространство, которое содержит вектор V. То есть главное инвариантное, натянутое на вектор V, это наименьшее инвариантное, которое содержит V. Поэтому если вектор V лежит в каком-то инвариантном, то и главное инвариантное его там лежит. И наоборот. Значит, в данном случае, если у тебя у один УК были порождающими, то как бы, ну, натягивая как бы квадратные скобки, ты как бы получаешь, можешь получить только больше, как бы, чем когда ты натягиваешь треугольные скобки. Поэтому, ну, вот такая вот штуковина, что в обратную сторону вложения тоже верно. Вот, поэтому, если вы хотите, какая как бы мораль из этой истории? Если вы хотите описать все инвариантные подпространства, вам надо сначала описать главные инвариантные, а потом по-всякому их поскладывать, и у вас получится все инвариантные. То есть это вот тот подход, который вот можно применять, если вам надо описать инвариантные подпространства в неизвестной ситуации. То есть вы можете попытаться... То есть, а почему описывать главные инвариантные просто? Ну как просто? Это не то чтобы сильно просто, но это проще, чем описывать произвольные инвариантные. Потому что вы берете просто один какой-то вектор и пытаетесь понять, какое наименьшее инвариантное его содержит. То есть применяете к нему свой оператор до безобразия до тех пор, пока не, ну, как бы не получится вектор, который выражается через предыдущие. И таким образом вы описали инвариантное подпространство. Главные инвариантные. И вот описав все главные инвариантные, потом вы их начинаете еще складывать между собой. И после этого уже смотрите, какие получаются вообще говоря все возможные инвариантные. Вот, давайте попытаемся. Давайте так, вот кто считает, что, плюс в чат, кто считает, что он понял механизм, который я предложил для описания всех возможных инвариантных. Такой вопрос. А вот если я в пункте B нашел, типа, не все, это ноль? Ну, я там нашел какое-то количество, там, условно говоря. А, я понял, что с этим делать. Ну, а какие ты нашел? Ну, я, типа, нашел собственное значение, да, и там посмотрел на него и какие-то группировки из этих штук посмотрел. И собственных векторов. Ну, но собственные вектора дают только E1 в B. Ты про B имеешь в виду, да? Да. Но там только E1 и ему пропорциональные, собственно. То есть ты по сути, двумерное, трехмерное потерял. Да. Угу. Ну, можешь поставить, там, не знаю, 0,5. Я пойму, что. Okay. Ну, как бы, это на самом деле меньше, чем 0,5. Это там, ну, как 0,3 от задачи. Потому что все-таки собственные вектора это сильно меньше, чем инвариантные. Вот. Хорошо. Теперь смотрите. Значит, есть ли у кого-нибудь вопросы по тому, ну, по этому механизму? Нужно ли мне что-то прояснить, какие-то детали из того, что было описано выше? Хорошо. Тогда смотрите, какая вещь. Вот давайте попытаемся этот механизм применить на примере оператора вот этого. 1, 2, 3. Смотрите, возьмем произвольный вектор. X, Y, Z. Вот произвольный вектор V. Не, ну, можно считать, что он не нулевой, потому что на нулевой натягивается нулевое инвариантное пространство. И теперь я хочу понять, что будет, если я натяну на него наименьшее инвариантное пространство. Давайте я сделаю так. Я вот этот вектор V, вот здесь вот будет, и вот тут нужна некоторая догадливость. И вот сейчас я хочу разложить его вот такую сумму. Пусть это будет вот V1, V2 и V3. Как бы, почему я выбрал такое разложение? Вот если фи задается такой матрицей, то фи от V1 это будет V1, фи от V2 это будет 2V2, а фи от V3 это будет 3V3. То есть как бы я вижу, что каждый из них просто собственный для моего пространства, для моего оператора. Тогда, смотрите, как бы я хочу
описать вот это самое инвариантное, главное инвариантное для V. Я хочу сказать, что это будет просто линейная оболочка вот этих вот компонентов. Вот это я хочу показать. Смотрите, но чтобы это показать, первое, давай, замечание первое. Вот эта штука, она действительно фи-инвариантна. Но действительно, каждый V1, V2 и V3, он инвариантен. Ну, как прямая натянута на него инвариантна, потому что они собственные, эти векторы. Значит, значит, и все пространство, оно тоже будет инвариантно. То есть у меня действие фи на вектора отсюда, я не буду выводить из этого пространства. Теперь я знаю, что справа находится инвариантное подпространство, и мне нужно доказать разницу, мне нужно доказать два вложения. Вот такое и вот такое. Вот эти два вложения. Давайте начнем с первого. Смотрите, это вложение более-менее очевидно. Из-за того, что V равняется V1 плюс V2 плюс V3, это означает, что V просто лежит вот в этой линейной оболочке. А из-за того, что эта линейная оболочка инвариантна, то отсюда следует, что и наименьшее инвариантное подпространство здесь тоже лежит. То есть теперь надо лишь показать, что все эти вектора V1, V2, V3 тоже лежат справа, и показать обратное вложение. То есть теперь нам надо показать обратное вложение. А это означает, что мне нужно показать, что все VI-ты тоже лежат вот здесь. И тогда оказывается равенство. Ну, действительно, это можно сделать вот как. Смотрите, давайте рассмотрим векторы, значит, вот какие. То есть у меня вектор V – это есть V1 плюс V2 плюс V3. Давайте начнем применять φ к моему вектору V. φ от V – тогда это будет V1 плюс 2 V2 плюс 3 V3. φ квадрат V будет V1 плюс 2 в квадрате V2 плюс 3 в квадрате V3. Тогда можно увидеть, что вектора V, фи V, фи квадрат V, это будет с векторами V1, V2, V3, связаны с помощью следующей матрицы. Значит, V это будет вот так вот. Значит, здесь будет 1, 2, 3, здесь будет 1, 2 в квадрате, 3 в квадрате. То есть, а справа у нас получилась матрица с определителем Вандермонда. То есть эта матрица, у нее det это Вандермонд. А значит, он не равен нулю, потому что у нас все числа 1, 2, точнее, не так, 1, 2 и 3, они разные. По строкам расписаны степени разных чисел. Значит, он не равен нулю, значит, она обратима. И отсюда следует, что V1, V2, V3 тогда равняется обратное к этой матрице на векторы V, фи V, фи квадрат V. А это означает, что каждый VI-ты, просто есть какая-то линейная комбинация, значит, V, фи V и фи квадрат V, и отсюда следует, что все VI-ты, они тоже лежат вот в этом главном инварианте. То есть из-за того, что я вектор V догадался грамотно разбить на части, я правильно угадал, значит, какие части мне порождают главный инвариант. Давайте так, вот кто смог уследить за объяснением, почему главный инвариант вот такой? О, отлично. Если кто-то, у кого остались вопросы, или считает, что нужно что-то повторить, или пояснить вот по этому рассуждению. Хорошо. Тогда смотрите. Тогда в итоге что мы знаем? Мы знаем, что для любого вектора V главный инвариант – это просто инвариантное подпространство, натянутое на… просто линейная оболочка, натянут на такие векторы. И теперь в зависимости от того, какие координаты 0, а какие не 0, мы получаем разные результаты для главных инвариантов. То есть если вектор x был нулевой, ну вектор вот этот x, y, z нулевой, то мы получаем нулевой, линейную оболочку нулевых векторов. Если, например, z координата была нулевая, то это получается линейная оболочка e1 и e2. Ну и так далее. То есть мы получаем, что главные инвариантные дают все возможные как бы линейные оболочки стандартных базисных векторов, в том числе и пустую. Ну и дальше смотрим, что если мы теперь главные начинаем друг с другом складывать, мы уже ничего нового не получаем, как бы получается пространство того же вида. То есть мы в этом случае показали, что не просто описали все инвариантные подпространства, а увидели, что все они главные, то есть в некотором смысле порождаются одним вектором. Вот, и даже вот просто явно описали, как это хозяйство устроено. Хорошо. А теперь вопрос.
Как вы думаете, а что будет? Давайте так вот, кто считает, что он понял от начала до конца разбор этой задачи? Так, давайте я лучше другой вопрос задам. А есть ли кто-то, кто делал по-другому? Ну, я так понимаю, вряд ли вы делали именно так же, вот, но если делали по-другому, то как? Ну, там сначала можно найти собственные векторы, вот. Ну, то есть мы нашли тогда все инвариантные пространства размерности 1, ну, потом размерности 0 — это 0, размерности 3 — это все, и осталось размерности 2, вот. Ну, и там, предположим, что... Ну, в общем, там как проверим, что комбинация из двух стандартных векторов базиса подходит, вот, ну, и проверим, что все остальное не подходит. Пусть, типа, есть вектор, у которого 3 ненулевые координаты, вот. Ну, и, ну, тогда... Две. На самом деле 2 ненулевые координаты. Если он не стандартный, то как бы 2. А, ты имеешь в виду, что он не лежит ни в одном из этих? Не, просто вот есть у нас в каком-то пространстве... ну, размерности 2, есть вектор с 3 ненулевыми координатами, то тогда можем 2 раза применить этот, ну, отображение и получим, что получим 3 линейно независимых вектора. Ну вот. Да, то есть рассуждение то же самое, окей, да, я понял. Ну, а если 2 ненулевые координаты, то мы просто получим уже одно из известных двумерных пространств. Да, окей, ну это ровно вот то же самое рассуждение, просто оно здесь оформлено у меня по-другому. То есть у меня как бы перебор идет немножко по-другому. И заметьте, за счет того, что я выделяю понятие главного инвариантного, сам перебор становится проще, как бы понятно, как бы, ну, структура перебора становится. Но в целом, как бы, рассуждение, понятно, принципиально не отличается, потому что, как бы, техническая часть, она, как бы, будет в любом рассуждении более-менее одинакова. Хорошо. Давайте тогда вот какой вопрос. А что, если я возьму вот такой оператор? Как вы думаете, что принципиально изменится? Какие у него будут инвариантные пространства? То есть не разные, собственно, значения. Будет их там больше, меньше. Ну, так вот, будет их больше или меньше инвариантов? Как вы думаете? Больше, наверное. Ну, разумно, что больше, потому что, смотрите, предположим, более экстремальный случай. Все диагональные элементы одинаковые, единичные. Это любое подпространство инвариантное, просто бесконечное множество. Относительно единичного оператора φ, у вас все подпространства инвариантные, поэтому это как бы... Понятно, что если у вас какие-то одинаковые, то, наверное, мы движемся в сторону большего количества. Смотрите, как здесь можно было бы рассуждать. Рассуждаем так же. Возьмем произвольные x, y, z и разобьем его теперь уже вот в такую сумму. Тогда аналогично, как выше, мы показываем, что главное инвариантное – это инвариантное, натянутое… Ой, это просто подпространство, натянутое на вот такую вот штуковину. Вот. Кто понимает вот это последнее равенство? Вот кому достаточно вот так вот, без объяснений? Есть такие? Ну, вроде понятно. Хорошо, другой вопрос. А есть ли кто-то, кому непонятно? Ну, ну, Сергей говорит. Ну, смотри, здесь такая же фигня, что просто вот это V1, это V2. И на V1 ты действуешь единичкой, на V2 ты действуешь двойкой. Ну и те же рассуждения, что и выше, вот один в один просто какой-то на два вектора меньше. Ну и на один вектор меньше, два вместо трех. Смотрите, а теперь геометрически что это означает? Геометрически это означает следующее, что у вас берется вектор xy на горизонтальной плоскости и какой-то вектор параллельный оси z. То есть можно взять любой голубой и любой красный вектор. А голубой вот на вот этой, голубой на вот этой плоскости берется, а красный на вертикальной прямой. Вот. Ну и какие у вас здесь есть варианты? Если у вас вертикальная красная составляющая равна нулю, значит, ну, понятно, нулемерное пространство нам не интересно, а какие прямые могут быть? Прямая – это может быть либо вертикальная красная прямая у вас есть, либо любая, точнее, давайте вот так вот нарисую, либо любая горизонтальная прямая, то есть любая прямая вот в горизонтальной плоскости вам подходит.
да, что ты будешь делать. Вот. Это вот какие у вас есть одномерные варианты. И когда у вас и красный, и синий вектор не нулевой, то у вас получается вот такая вот вертикальная плоскость. Ой, ну, вот такая вот плоскость, которая проходит, ну, вот через какой-то вектор на плоскости. То есть вы ее можете вращать, то есть у вас вот такая плоскость есть там. Вот. Вот это все возможные главные инвариантные. И никаких других главных инвариантных нет. Но теперь вы можете их складывать. Смотрите, что у вас может быть. Что вот если вы их начнете складывать между собой, то вот у вас здесь вот были одномерные товарищи, да? Но вот если вы вот сложите два таких, вы как раз получите двумерное, это вот такую еще синюю плоскость. То есть в итоге, значит, ну, то есть если вы вот начнете их попарно складывать, понятно, что вот это с этим ничего не даст, это с этим даст вот такие. А дальше, если вы, скажем, складываете вот эти между собой, вы получаете такое. Если вы это с этим складываете, то вы либо получаете что-то такое, либо все пространство. То есть в итоге, кроме всего пространства и нуля, вот это все возможные случаи, которые могут встретиться. И на верхней строке изображены главные инвариантные, а вот это единственное не главный инвариант, оно получает как сумма вот двух таких главных инвариантов. То есть в итоге у вас получается бесконечное множество. То есть это вот все возможные прямые на вот этой горизонтальной плоскости. Сама горизонтальная плоскость, вертикальная прямая, плоскости, переходящие, проходящие через ось ОЗ, и все пространство. И вот это описание всех инвариантов. Кто смог уследить? Плюс-минус. Окей, ну, да и так, а нужно ли мне сейчас тогда что-нибудь пояснить более подробно или еще раз пройтись? Или лучше оставить на подумать самостоятельно? Скажите, как лучше. Угу. Вы в неопределенность. Тогда я принимаю решение за вас, я предлагаю и вот оставить это на подумать, потому что здесь как бы механизм ровно такой же, как в предыдущей задаче, тут более полезно просто самому помедитировать, поглядеть в рассуждение и понять, что происходит. Ну и плюс задача на вычисление инвариантов подпространства – это не самая важная задача мироздания, поэтому я бы лучше пришел к пункту Б. Смотрите, в пункте Б у нас была вот такая вот штуковина. И как она действует, когда мы применяем ее к вектору какому-то? Она сдвигает все координаты наверх, на единичку, а нижнюю – за нуля. Вот, поэтому здесь идея такая, что если мы возьмем какой-то вектор произвольный, и вот пусть у него есть вот какая-то координата, скажем, третья. Это самая нижняя ненулевая координата. Давайте тогда докажем, что ну, вот его главное инвариантное то, что ну, вот, натянуто на первые три вектора. То есть каждый вектор порождает инвариантное подпространство, ну, вот, натянуто на Е1, ЕК, где К – это последний номер ненулевой координаты, который встречается в векторе. Ну, здесь вот просто для трех. Ну и как это делается? Смотрите. Знаете, ну, во-первых, понятно, что вот такой вектор, он лежит в таком подпространстве, потому что ровно первые три координаты его можно выразить, только последняя, она нулевая. И понятно, что правое, оно инвариантно. И то есть надо лишь показать, почему правое лежит в левом. То есть надо показать, почему Е1, Е2, Е3 тут сюда попадают. И здесь делается так. Если вы к этому вектору примените наш оператор два раза, то вот эта звездочка два раза переедет сюда, и у вас получится вектор пропорциональный Е1. Деля на него, вы получаете, что Е1 сюда попал. Теперь, если вы к этому вектору примените оператор φ один раз, то звездочка переедет сюда, значит, и у вас будет тут звездочка, а вот тут нулевые, и, а вот тут что-то. И вот это что-то вы можете убить, потому что у вас уже есть Е1. Значит, у вас есть Е1 и Е2. Ну и так как у вас есть вот такой вектор, и у вас вот тут что угодно, с помощью Е1 и Е2 вы их убиваете, и у вас остается только эта часть, значит, у вас есть Е3. Кому хватило вот такого рассуждения? Хорошо, давайте... А, все-таки есть. Нужно ли мне сейчас это самое еще раз повторить чуть более аккуратно или нет, ребят, скажите. Я могу просто прописать все, что я сказал, если это поможет. Я вот сейчас прям в задумчивости. Но... Окей. Ну, давайте я сделаю вот что. Я просто вот такую штуку нарисую, что если у вас есть вот
такая вещь, то применяя фи дважды, вы получаете вот такую вещь, а значит, у вас E1 лежит вот в этом вашем главном инвариантном. Вот. А если вы примените фи единожды к этой штуке, то у вас получается y звездочка 0,0. И за счет того, что у вас есть еще E1, вы его можете вычесть с нужным коэффициентом, и вы получаете вот такую штуку, и это тоже лежит в вашем главном инварианте. Так что ты будешь делать. Вот, поэтому, ну, как бы рассуждая таким вот образом, мы видим, что, ну и так можно рассуждать для произвольного k. Здесь я для тройки показал, что в итоге, что все правые векторы в левом подпространстве лежат, поэтому вот так вот описываются все главные инвариантные. То есть главный инвариант – это линейные оболочки префиксов вашего байса от 1 до k, где k может быть нулем. То есть пустой префикс тоже рассматривается, и k может быть всем пространством. Так, есть ли у кого-то вопросы по вот этой задаче? Давайте я здесь тогда для полноты картины еще и последнее рассуждение добавлю, что если x, y, звездочка 0, то я отсюда высчитаю x, e1 минус y, e2 и получаю вектор 0, 0, звездочка 0. Значит, отсюда у меня получаю e3. А, да, здесь e2 отсюда получается, что лежит в этой штуке. Вот, а здесь e3 лежит. Хорошо, тогда другой вопрос. А что, если я рассмотрю вот такой оператор? Где лямбда не ноль. А какие тут инвариантные? Кто может сказать? Как вы думаете, сильно сложнее эта задача предыдущей или нет? Кто считает, что она вот сложнее? Что-то такая прям тишина. А кто считает, что это прям та же самая задача, прям один в один, и ответ можно устно сказать? Угу. Давайте сделаю вот такое замечание. Смотрите, если у вас есть фи какой-то оператор, и у подпространства, то у будет фи инвариантное. Тогда и только тогда, когда оно, когда у фи минус лямбда id инвариантно. Поэтому в силу вот этого замечания инвариантные у этого оператора будут точно такие же, как и у обычной жордановой клетки без лямбды на диагонали. Это один из способов, как, ну вот, если вам надо найти инвариантные, а у вас много одинаковых чисел на диагонали у оператора, то можно вычесть их все, занулить и как бы свести задачу к оператору, у которого побольше нулей в матрице. И это обычно проще. Теперь смотрите, давайте объясним, почему это так. Ну вот, смотрите, что означает фи-инвариантность? Это означает, что вы взяли вектор u из u, применили фи и опять попали в u. Но тогда давайте сделаем вот что. Если фи от u попало в u, то тогда фи от u минус лямбда u тоже попало в u. Ну, потому что вот у вас и этот лежит. Значит, их разница с коэффициентом лямбда лежит. А это то что значит? Вы взяли вектор u, и у вас фи минус лямбда id от u лежит в u большом. То есть мы только что проверили слева направо, что если было фи инвариантным, то фи минус лямбда id инвариантно. Справа налево получается так же, просто мы рассмотрим пси, это будет фи минус лямбда id, тогда фи это будет пси плюс лямбда id, и рассуждение просто такое же, мы просто прибавили лямбда id, и как бы, ну, просто симметрично, аналогично. Просто рассуждение с минус лямбда вместо лямбда. Так, вот. То есть в итоге, если вы хотите искать инвариантное подпространство для какого-то оператора, вы его можете сдвинуть на лямбда e, и от этого инвариантное подпространство не поменяется. Но поменяется вид оператора, и, может быть, будет проще посчитать. Есть ли какие-то вопросы вот по этой штуке? А кто считает, что он понял, что я сейчас рассказал? О, хорошо. Как минимум, ваши ответы означают, что вы следите, и вам не скучно. Вот. Это уже неплохо.
это победа практически. Так, хорошо. Я думаю, с инвариантными можно покончить. Теперь давайте обсудим, какие были дальше задачи. Дальше несколько задач были на поиск собственных значений. Тяжело, да, под конец заниматься линалом, когда половину определения уже не помнишь. А еще лекция, зараза, убегает вперед. И насыщенность материала будет все выше и выше. Уф, вспоминаю я эти времена, когда мне поставили за линал. Чуть было трояк не схлопотал за линал. Так, хорошо, значит, была задача для матрицы 3 на 3 просто посчитать собственные значения. Значит, была матрица 3 на 3. И, значит, надо было посчитать собственные значения и собственные векторы. Ну, это было просто на применение алгоритма. Я алгоритм на то, как вот это хозяйство делается, давал. На всякий случай напомню, что вы должны были посчитать хар-многочлен. Значит, и значит, у этого хар-многочлена найти корни. Ну, вот он у вас там был, я не знаю, конкретные значения, не помню. Должен был получиться вот такого вида хар-многочлена. У него должно было быть два корня, один кратности 1, другой кратности 2. Вот. И дальше, значит, это значит, что у вас всего два собственных значения лямбда, лямбда и мю. И потом надо было решить две вот такие системы. Одно для лямбда, другое для мю. И в обоих случаях найти ФСР. И здесь ФСР, и там ФСР получался из одного вектора. Вот. Значит, количество векторов ФСР, оно меняется между единичкой, то есть у вас хотя бы один вектор должен получиться, то есть количество векторов ФСР. У вас обязательно получится хотя бы один. Если вдруг получилось не один, а ноль, значит, вы ошиблись. То есть либо данная лямбда не собственное значение, вы неправильно нашли корни хар-многочлена, либо вы неправильно нашли ФСР. То есть хотя бы один вектор обязательно получится. И их количество не больше, чем кратность соответствующего корня. В данном случае корня лямбда. И кратность в данном случае единичка. И мы видим, что тут все однозначно. У нас хотя бы один должен появиться, и вот это значение равно одному. Поэтому ФСР будет в точности из одного вектора. А для мю, значит, у нас количество векторов должно быть от 1 до 2, ну, потому что кратность здесь двойка. Ну и вот так оказывается, что в этом случае должно было получиться только один линейно независимый собственный вектор. В итоге оказывается, следует вот какая вещь, что для у нас два собственных значения, одно лямбда, и для него все собственные вектора – это линейная оболочка V1, это все собственные для лямбда. Вот. И есть мю, и для него все собственные вектора – это линейная оболочка Y1. Это все собственные для мю. И вот это вся задача. Вот были ли у кого-нибудь вопросы по этой задаче, что-нибудь не получилось, не получился алгоритм применить стандартный? Окей, хорошо. Как минимум я вот напомнил, что здесь происходит. И в общем случае оно вот ровно так и делается. И вот голубые вещи про оценки количества собственных векторов стоит держать в голове. То есть вот эти оценки, они всегда помогают следить за тем, чтобы вы там посчитали какое-то количество, и оно адекватное. Следующая задача была такая. У нас есть в качестве пространства V берется пространство матриц n на n, а в качестве линейного оператора берется отображение транспонирования матрицы. Это линейный оператор. Вопрос, какие у него собственные значения и собственные векторы. Кто может сказать? Собственное значение 1. И минус 1 еще. И еще минус 1 есть. Минус 1, да. То есть здесь на самом деле, значит, собственное значение 1 и минус 1, и на самом деле других нет. А какие собственные векторы? Ну, все симметричные, не нулевые, и косимметричные. Значит, для единицы это действительно это все симметричные матрицы, собственные векторы. А для минус единицы это все косимметричные. Действительно ответ. Давайте теперь поймем, почему ответ такой. Смотрите. Здесь можно, конечно, посчитать матрицу линейного оператора, значит, и порадоваться, можно так не делать.
значит, ну вот матрицу считать более унижение, но я хочу показать некоторый способ, как можно сделать это хозяйство очень как бы просто. Смотрите, вот наше линейное отображение, оно устроено так, оно матрицу транспонирует. Это означает, что если я применю дважды, то я ничего не изменю. Это означает, что фи квадрат равно ID. А это означает, что я нашел многочлен, который есть t квадрат минус 1, и что мой оператор является корнем просто вот этого многочлена t в квадрате минус 1. А теперь чудесное суперзнание. Давайте я вам про него расскажу. Что если вы нашли многочлен, который зануляет ваш оператор, то собственные значения лежат среди корней этого многочлена. То есть если вдруг из каких-то соображений вы смогли найти какой-то многочлен, при постановке которой ваш оператор зануляется, то все, собственные значения лежат среди его корней. Вам не обязательно искать матрицу, вам не обязательно это, вам надо просто найти корни вот этого многочлена f и проверить только их, являются ли они собственными значениями или нет. Отлично. И отсюда как раз мы видим, что t квадрат минус 1 имеет корни плюс-минус 1, и никаких других собственных значений здесь быть не может. То есть по модулю этого утверждения как бы дальше задача решается тривиально. То есть на собственное значение 1 минус 1, и поэтому собственные векторы – это симметричные и косимметричные просто по определению. Давайте попытаемся понять, почему вот это утверждение верно. Так. Это как-то связано с тем, что у нас, когда мы главное инвариантное пространство представляли как многочлен от фи? Или... Ну, там, скажем так, я не, здесь с главными инвариантными это пока не сильно связано. То есть это можно там пытаться, но я не хочу сейчас никак с этим связывать. Значит, я бы сказал больше так, что это связь в основном вот какая, что векторное пространство с оператором – это просто модуль над кольцом многочленов. Вот. И, собственно, то, что здесь возникли многочлены, это не просто так. То есть вообще вот все задачи про операторы можно решать с помощью техники работы с многочленами. Смотрите, давайте вот что покажу. Но вот почему вот верно вот такая вещь, что есть собственные значения лежат среди корней какого-то зануляющего многочлена. То есть это общая такая вещь, утверждение, что если у нас есть фи оператор, значит, и f от фи равняется нулю, то тогда собственные значения, они лежат среди корней f. Почему это так? Для этого нам надо показать, что если лямбда не корень, то он не собственное значение. То есть если лямбда не корень, то есть f от лямбда не 0, то тогда лямбда не собственное значение. А это означает, что надо показать, что a минус лямбда e, a минус, не a, значит, что фи минус лямбда id обратим. Это то же самое. Ну, то есть мы уже с вами обсуждали, что собственное значение – это все равно, что элемент спектра, а спектр – это когда вот это необратим. Поэтому доказать, что не собственное значение, показать обратимость вот такой штуки. Поэтому у нас мы знаем, что f зануляет фи, и f от лямбда не 0. И надо показать, что тогда f минус лямбда, фи минус лямбда id будет обратим. Это делается вот как. Смотрите, из-за того, что многочлен f от t – для него лямбда не корень, это означает, что когда вы поделите его с остатком на t минус лямбда, у вас получится вот такая вот вещь. И это будет не ноль. Теперь я могу в это равенство просто подставить вместо t подставить фи. И у меня получится f от фи равняется фи минус лямбда id h от фи плюс f от лямбда id. И вот это будет 0. И теперь я могу взять и перенести вот это хозяйство вот сюда налево. И поделить на f от лямбда. Тогда у меня получится id равняется f от минус лямбда id 1 делить на лямбда h от фи. И мы видим, что вот эта штука является обратным для f минус лямбда id.
То есть работа с многочленом автоматически позволяет найти обратный оператор. Но если вам работа с операторами не очень приятна, можно то же самое проделать на матрице. Давайте так вот, кто смог понять то, что я сейчас рассказал? О, отлично. Теперь смотрите, на всякий случай, как бы то же самое можно было проделать с матрицами. То есть если у вас вот t минус лямбда, то здесь будет h от t плюс f от лямбда. Мы же с вами учились, то есть если я перейду к базису, то как бы работа с оператором все равно, что работа с матрицей. И мы с вами как бы уже подставляли матрицы в операторы, в многочлены, и здесь как бы получается вот такая вот штуковина. Вот. И как бы, ну а так как А зануляется многочленом F, то тут 0. И, ну и вот отсюда теперь вы можете вычленить А минус лямбда Е к ней. Обратно это будет H от А поделить на минус F от лямбда. Ой, только здесь у меня F от лямбда и с минусом. Вот. Поэтому вот такая вот штуковина. Так что если какое-то число было не корнем, то А минус лямбда Е будет обратимо. Значит, у А минус лямбда Е, ну как бы не будет ядра, значит не будет собственных векторов не нулевых для данного лямбда. Вот. Значит, окей. То есть вот это наблюдение, оно очень часто позволяет вам справиться, ну, со многими задачами, вот, связанными с собственными значениями. То есть если вам как бы надо, то есть бывает так, что вы знаете, там вот оператор, что у вас проектор, например. Что значит, что какой-то оператор проектор? Значит, это означает, что он в квадрате равен себе. Это означает, что он зануляется многочлен t квадрат минус t. То есть вот давайте вот еще одно место, где можно использовать это соображение. То есть вы, например, как бы у вас есть v, и отображение из v, из v в v, π. И, значит, и так, что π – это проектор. Но это то же самое, что π в квадрате равняется π. Что такое проектор? Проектор геометрически это означает, что ваше пространство представляется в виде прямой суммы двух подпространств, и π, значит, от вектора v, например, равняется, ну, вот, первой компоненте и зануляет вторую компоненту. Вот это происходит тогда и только тогда, когда π в квадрате равно π. Тогда это будет проекция на образ вдоль ядра. Но отсюда мы видим, что это то же самое, что π зануляется многочленом t в квадрате минус t, а у него два корня, 0 и 1. Поэтому у любого проектора есть только два собственных значения, это 0 и 1. И более того, у вектора, на который мы проектируем, это собственные векторы с собственным значением 1, а то, вдоль чего мы проектируем, то есть то, что мы зануляем, это собственные векторы с собственным значением 0. То есть вообще говоря, ядро – это есть собственные векторы с собственным значением 0. И вот часто так бывает, что вы можете из каких-то таких алгебраических соображений получить какие-то ограничения на ваш оператор, что вот он зануляется чем-то, и отсюда вы можете ограничить сверху, значит, собственно, ну, список собственных значений. Кто понял про проектор пример? Кстати, такой вопрос. А мы с вами, я же с вами проекторами занимался. Я вам и формулы бабы, я тата, все показывал. Так, на всякий случай, я просто немножко. А, окей. Вот. Просто я как-то очень быстро прошелся, не сказав никакие детали про проекторы. Хорошо. Значит, вот это было такое замечание. Еще момент по поводу вот этой задачи с собственными, ну, с собственным значением для матриц. Можно было еще вот как сделать. Мы знаем, что матрицы раскладываются в симметрические и коссимметрические. Тогда мы можем выбрать базис внутри симметрических и выбрать базис внутри коссимметрических. И давайте теперь вот в этом базисе запишем матрицу нашего оператора транспонирования. Скажите, какая будет матрица? Давайте напомним, что это значит. Это означает, что мы, эта матрица должна подойти, ну я вот так вот сделаю, вот в такую вот штуковину. То есть, если я φ применю к Е1, я должен образ расписать по вот этим базисам. Но так как Е1 был симметричный, то под действием φ он остается собой. То есть φ от Е1 равняется Е1. Поэтому он будет Е1 с коэффициентом 1, все остальные с коэффициентом 0. Аналогично, φ от Е2 будет Е2. Это будет 0 на Е1 плюс 1 на Е2 плюс 0 на все остальное. То есть также 0, 1, 0,
и все остальное. И так для всех первых векторов, соответствующих симметричным матрицам. А когда я перейду к f1, то у меня будет фи от f1, это будет минус f1, ну, потому что она коссимметричная. Поэтому будет 0,0,0,0,0 при ешках, потом минус 1 при f1, и потом 0,0,0 при остальных f. То есть будет... И, ну, вот здесь надо стереть мне тогда вот эту вот штуковину. И в итоге у меня получается матрица вот такая. То есть на диагонали единички и минус единички. То есть если я выберу в качестве базиса вот такой вот базис, то получится диагональная матрица с числами 1 и минус 1 на диагонали. А для диагональной матрицы просто по алгоритму нахождения собственных значений мы видим, что здесь характеристические многочлены имеют два корня 1 и минус 1, как бы кратности их известны. Ну и, собственно, все собственные векторы это и будут вот те, которые у нас здесь есть, симметрические и коссимметрические. Вот кто сейчас понял вычисление матрицы линейного оператора и решение через него? Окей. Хорошо. Значит, теперь давайте еще одну вещь, которую я хотел здесь обсудить сразу, прежде чем переходить к следующей задаче, это диагонализуемость. Смотрите, что такое диагонализуемость? Но вот если у вас есть какой-то оператор в пространстве V, если вы возьмете какой-то случайный базис, ну какой-то базис, то у вас получится какая-то матрица у этого оператора. И она будет вообще говоря, ну а ваш оператор φ превратится в отображение из fn в fn. По правилу x идет в ax, где a это вот есть вот эта матрица в этом базисе. X это будут координаты векторов в базисе e1, en, а вот матрица оператора это и будет вот эта самая a, которая здесь встретилась. То есть просто превратится вот в такой оператор. И если вы выберете базис по-другому, матрица оператора a будет выглядеть лучше. И как бы хочется понять, какой можно самый-самый классный базис подобрать так, чтобы матрица a была ну, как бы в самом-самом простом виде. Но какой самый простой вид, который мы только можем себе придумать? Самый классный вид очень бы хотелось для оператора всегда подобрать базис так, чтобы его матрица была диагональная просто. Ну, потому что с диагональной матрицей работать намного проще. Потому что решать задачу для исходного фи или для вот этого, ну, как бы это все равно, что решать задачу для вот этой диагональной матрицы. А диагональные матрицы легко складывать, легко возводить в степень, с ними легко работать. Поэтому мечта для любого линейного оператора подобрать базис E1EN, чтобы он там стал диагональным. Но, к сожалению, так не бывает. Вообще говоря, существуют линейные операторы, которые не диагонализуемы, то есть их нельзя представить в таком виде. И поэтому хотелось бы в первую очередь понять, а какие операторы можно записать в диагональном виде, значит, ну, для которых существует базис, в котором матрица диагональна, и вообще от чего это зависит. И давайте я постараюсь объяснить, как бы от чего это зависит. Но для начала давайте вот что сделаем. Вот что означает, что мы нашли базис, в котором наш оператор имеет диагональную матрицу. Это означает, что у нас есть вот такое равенство. Но что это равенство означает? Это означает, что если я слева напишу фи Е1, то есть первый элемент, это все равно, что здесь посчитаю это умножить на первый столбец. Это будет Е1 на А1 плюс все остальное на нули. То есть это просто означает А1, Е1. Фи от Е2 это означает, что здесь я беру справа строчку, умножаю на второй столбец. То есть это будет Е2 на А2. То есть получается вот такая штука. И так далее. То есть мы видим, что вот эта запись, то есть что матрица диагональна, равносильна вот такому набору внизу. А это означает, что просто мы нашли базис, состоящий из собственных векторов. То есть, то есть найти базис, в котором матрица диагональна, то есть диагонализовать, это то же самое, что найти базис из собственных векторов. Поэтому наш оператор диагонализуется тогда и только тогда, когда у нас достаточное количество линейно независимых собственных векторов. И более того, мы даже знаем теперь, как искать базис, в котором матрица диагональна. Надо взять вот эти собственные вектора, значит, и перейти к базису из этих собственных векторов. Вот. И отсюда получается следующий алгоритм проверки на диагонализацию.
Смотрите, делаем следующее. То есть вот есть у меня оператор, давайте скажем, в fn, заданный с помощью матрицы. Ну, то есть как бы вот сначала в каком-то байсе, вот а какая-то матрица. И вот мы хотим понять, можно ли теперь перейти к другому байсу, чтобы этот оператор был диагонализуем. Смотрим первое, что нужно сделать. На собственные значения. Считаем хар многочлен. И тут есть, и считаем у него корни с кратностями. И тут дальше есть два варианта. Вот этих, то есть вот этот многочлен, у него могут, он может раскладываться на линейные множители, то есть сумма кратности будет равна n, а может не раскладываться на линейные множители. То есть смотрим, сумма n итых меньше, чем n, либо сумма n итых равняется n. Вот если у вас вот этот случай, это сразу означает не диагонализуем. Ну, потому что у вас для каждого лямбда собственных векторов будет не больше, чем n и t линейно независимых. И все вместе собственные вектора, когда вы свалите в кучу, у вас их будет не больше, чем n, то есть вы базис из них не наберете. То есть это автоматически означает недиагонализуемость. И, скажем, если вы работаете над полем c, это случай, которого не происходит. А вот над полем r или q или какие-то другие поля, значит, это случай, который надо иметь в виду. Теперь. Если у вас вот эта ситуация, то теперь вам надо для каждого лямбда второй шаг. Для каждого лямбда вам надо найти соответствующие, ну, как бы, линейно независимые собственные векторы. То есть для каждого лямбда вы находите ФСР вот таких систем. То есть все линейно независимые векторы для этого. Тогда здесь у вас будет следующее. Что для каждого вы найдете какое-то количество, ну вот, только пусть будет t, s1. И вы знаете, что количество, то есть вот здесь вот этих товарищей, будет от 1 до n, до кратности соответствующего собственного значения. И вот если оказалось, что вот тут не равно, хотя бы для одного, то есть строго меньше для, то есть существует, давай так вот, для хотя бы одного лямбда, то есть существует и, что для хотя бы одного лямбда у вас t и t строго меньше, чем n и t, то автоматически не диагонализуетесь. А если оказалось если у вас оказалось, значит, нужное количество, то есть если везде равенство, то вот это означает, что вы диагонализуетесь. И в каком базисе? Тогда в качестве базиса вам надо сделать следующее. Надо взять все вот эти собственные вектора, которые вы нашли, и сложить в одну кучу. Тогда их будет ровно n штук. По построению внутри каждого вот этого блока они линейно независимы. И на лекциях вам доказывалась теорема, что между собой эти блоки тоже линейно независимы. Это факт о том, что для разных собственных значений собственные подпространства будут линейно независимы. То есть если вы надергаете по вектору из каждого из них, и как бы они в сумме дадут ноль, то каждый из векторов должен обязательно быть нулем. Это означает, что вот это будет автоматически базисом вашего пространства. То есть вот это будет базис пространства. В данном случае fn. И в этом базисе, просто по построению, матрица вашего оператора, вот в этом базисе, она будет такая. Сначала будет идти лямбда 1, значит, ну, она будет n1 раз идти. Ну, то есть вот тут будет, значит, n1 раз. Потом будет лямбда 2, она будет n2 раз и так далее. В конце будет лямбда s, она будет ns раз идти. Вот. И теперь, если я сложу все собственные векторы в матрицу C, давайте я вот эту штуку обозначу за матрицу C, то тогда будет верно вот какая штуковина, что матрица А, ой, я только не то сделал, пардон, здесь равенство стер, то у вас будет верно следующее разложение, что матрица А исходная, она будет равняться C на вот эту диагональную матрицу, на матрицу C в минус первой. Потому что матрица С – это будет матрица перехода
значит, от старого байса к новому, то есть у вас будет верно, что вот эта диагональная матрица, она равняется c в минус 1 на ac, и теперь я могу просто поделить, и как бы вот это равносильно тому, что вы представили матрицу вашего оператора вот в таком виде, диагональная, и вы ее сопрягли с помощью матрицы c. То есть вот эта вот штука представляет из себя алгоритм, который состоит из двух частей. Он проверяет диагонализуемость вашей матрицы, то есть как оператора в каком-то базисе. А потом, если он диагонализуем, оно еще и находит тот базис, в котором вы диагонализуем. Здесь вот по столбцам будут расположены базисные векторы и диагональный вид. То есть диагональный вид – это в точности собственные значения, которые идут столько раз, какова кратность. А значит, новый базис – это и есть базис из собственных векторов, которые вы вот здесь понаходили. Но если у вас где-то недостаточное количество собственных векторов или недостаточное количество собственных значений с учетом кратности, то вы не диагонализуемы. А если у вас оказалось, что из собственных значений с учетом кратности нужное количество, и для каждого собственного значения максимальное количество линейно независимых собственных векторов, то они все вместе будут линейно независимы и образуют базис всего пространства, и в этом базисе вы как раз и будете диагональны. Вот кто считает, что он понял, что я сейчас рассказал? Вроде понятно. Сейчас можно такой вопрос? Да. Про конец. Мы нашли вот эти вот все собственные вектора для каждого собственного значения, а потом мы... Да. Что с ними сделали? Мы нашли количество линейно независимых в каждом блоке, да? Или... Нет, когда ты вот... Нет, смотри. Вот ты как ты решаешь эту систему? Ты и так находишь у нее фундаментальную систему решения. То есть ты находишь базис пространства решения. То есть эти линейно независимые. А, да, да, все, все, все. А дальше все, ты их просто в одну кучу складываешь. И теорема с лекции говорила, что они автоматически между разными пространствами тоже линейно независимы. Поэтому вот эта штука вся будет линейно независимой. Это будет базис. И вот тогда вот как бы можно думать про вот это хозяйство вот в терминах вот такого матричного разложения. А сейчас, а может быть такое, что сумма n итых, она меньше, чем размерность? Да, может. Вот пример. Давай рассмотрим вот такой оператор в Rn, в R2. Когда x переходит в 0, минус 1, 1, 0, x. Вот это наша матрица А. Тогда эта матрица А в квадрате равняется минус Е. То есть она зануляется многочленом. Ну и у нее характеристический многочлен тоже есть, t квадрат плюс 1. То есть тут нет корней. То есть у тебя нет собственных значений. То есть вот этот вот хар многочлен, когда ты считаешь, то у него нет собственных значений, у него просто есть вот неприводимый множитель по степени 2. Поэтому у тебя n итых, ну как бы нули все n иты. То есть, да, окей, то есть, ну, нам необходимое условие диагонализуемости, чтобы сумма n была равна n непосредственно. Да, то есть это равносильно тому, что характеристический многочлен просто раскладывается на линейные множители. Потому что, как бы, ну, как бы кратности берутся как раз из кратности в хар многочлене, а сумма кратности корней там, если он разложился на линейные множители, это обязательно n. То есть и здесь вот как раз нужна какая-нибудь алгебраическая замкнутость, какое-нибудь поле C, вот оно вот важно вот здесь, в этом месте, чтобы хар многочлен разложился на линейные множества. И там просто это автоматически выполняется на таким хорошем поле. Хорошо. Так, теперь тогда давайте вот еще что скажу. Вот зачем нужна вот эта всякая диагонализуемость? А, да, пример, когда другое, хар многочлен раскладывается на линейные множители, а мы все равно не диагонализуемы. Значит, вот здесь, если я рассмотрю тот же оператор над полем С, да, то хар многочлен-то будет такой же, но здесь он раскладывается как t минус i на t плюс i. И тогда в каком-то базисе он диагонализуется и значит, его диагональный вид будет вот такой. То есть вот здесь диагонализуемость, которая зависит от поля. То есть я увеличил поле, и оператор, заданный ровно такой же матрицей, он диагонализуем. Вот это пример. То есть, вот, то есть когда проблема с хар многочленом, то диагонализуемость, она зависит от поля. То есть над каким-то полем этот оператор может диагонализоваться, над каким-то не диагонализоваться. Но есть операторы, которые не диагонализуются независимо ни от какого поля. И вот пример. Еще один пример. 0, 1, 0, 0. Давайте рассмотрим вот такой оператор из F2 в F2. Вообще для любого поля F2. Тогда его характеристический многочлен – это t квадрат. То есть у него лямбда, собственно, значение 0, и кратность лямбда равна 2. Но теперь, если вы будете искать
все его собственные значения для лямбда равного нулю, то вы получите только Е1 и его линейную оболочку. То есть здесь у вас количество векторов, количество собственных векторов для вашего лямбда, оно, ну, линейно независимых, оно оказалось меньше размерности пространства. То есть собственное подпространство у вас оказалось вот только прямая. И у вас не хватило собственных векторов, чтобы диагонализоваться. То есть вот такой оператор, он независимо от того, над каким полем вы его рассматриваете, он никогда не диагонализуем. То есть вот это пример оператора, который вы не способны ни при каких условиях привести к диагональному виду. Потому что у вас не хватило собственных векторов. Если бы он приводился к диагональному виду, то на диагонали у него должны были бы стоять собственные значения. Потому что собственные, как бы, ну, потому что, собственно, ну, да, кстати, вот такой момент, что если кто-то у вас диагонализуется, то на диагонали обязательно стоят собственные значения. Почему? Ну, потому что подсчет характеристического многочлена не зависит от того, в каком вы байсе его подсчитали. Если вы его считаете для диагональной матрицы, то как раз диагональные элементы – это и будут корни хар многочлена. Поэтому, если вы диагонализовались, на диагонали обязаны стоять собственные значения, причем в том количестве, в котором они встретились в характеристическом многочлене. Потому что хар многочлен от байса не зависит. Поэтому если у вас тут t квадрат, то значит у вас этот оператор, если диагонализуется, то он диагонализуется, на диагонали должны стоять нули. Это означает, что он должен быть просто задан нулевой матрицей, если он диагонализуется. Но если он задан нулевой матрицей в каком-то байсе, то он в любом байсе должен быть задан нулевой матрицей, а он задан не нулевой матрицей. Это другой способ объяснить, почему как бы так происходит. То есть вот это пример недиагонализуемого ни при каких условиях оператора. Хорошо. Значит, теперь смотрите, пару слов по поводу диагонализуемости. А, и я последнюю задачу, видимо, чуть-чуть не успеваю разобрать. Но давайте тогда сделаю так. Я тогда не проговорю замечания по поводу диагонализуемости, а перейду к дорешиванию домашних задач. Я просто, ну, теоретический материал новый как-то перемешиваю с домашним заданием. То есть я как бы рассказал много нового, чего хотел. Давайте просто сделаем вот что. Давайте разберемся вот с этой задачей про собственные значения оператора на многочлена. То есть, когда у вас есть многочлены степени не выше n, мы рассматриваем оператор, который многочлен f от x переводится в многочлен f от ax плюс b. И мы хотим понять, какие у него собственные значения. Здесь только собственные значения нужны, не собственные вектора. И здесь я вот предлагаю такое решение. Давайте возьмем и запишем матрицу нашего оператора в базисе. Вот здесь применить, а здесь. Смотрите, фи от единицы будет единица, поэтому это будет 1, 0 и так далее 0. Фи от x это будет ax плюс b. То есть это будет единица с коэффициентом b и x с коэффициентом a, остальное нули. Теперь, если вы посмотрите на фи от x квадрат, то это будет ax плюс b в квадрате. Ну, это будет a квадрат x квадрат плюс, ну, с какими-то коэффициентами там x и с каким-то коэффициентом единичка. То есть мы видим, что тут будет какой-то коэффициент a квадрат, а потом нули. И вот аналогично рассматривая, как мы действуем, мы получим, что у нас в итоге выйдет верхняя треугольная матрица, у которой на диагонали стоят степени a от нулевой по n. Ну а теперь, если мы хотим найти собственные значения, это корни характеристического многочлена для этой матрицы. А ее хар многочлен, его корнями будут как раз диагональные элементы. А это объясняет, почему степени а будут собственными значениями. Вот кто считает, что он понял вот эту задачу? Что здесь происходит? А еще, и если есть у кого-то вопросы, то минус. Отлично. Вот, это был такой экспресс-разбор задачи. Теперь осталась последняя задача из ДЗ. Это, значит, про, значит, Георгия незадачливого, который ни черта не умеет считать. Значит, смотрите, что там говорится в задаче. В задаче говорится, что у нас есть оператор в R3 заданной матрицей А. И вот у нас есть два байса. Ну, там какой-то F1, F2, F3. И в этом байсе у нас матрица оператора какая-то А1, вот она там первая дана, вот там как-то,
числами. Есть другой байс G1, G2, G3. В нем у нас матрица оператора A2. И в нем вот она тоже дана. Но у нас сказано следующее, что в первом случае он посчитал правильно только первый столбец. То есть первый столбец правильно, а вот это все мусор. Вот, то есть вот это все ничего не значит. А во втором операторе наоборот. Он посчитал все, кроме первого столбца. То есть во второй матрице у нас вот это мусор. То есть мы вот это на самом деле не знаем. Эти числа не имеют смысла. То есть и если я сейчас перепишу, то тут у нас были числа минус 3, минус 3, минус 2, а вот остальное это на самом деле какая-то дичь. А тут минус 1, 2, минус 1, минус 1, минус 2, 4. То есть по сути в задаче говорится следующее, что когда мы посчитали матрицу нашего оператора в байсе F1, F2, F3, то мы вот только вот эти три коэффициента знаем, а когда посчитали в байсе G1, G2, G3, то мы вот только вот те коэффициенты знаем. И теперь хочется найти саму матрицу А. Смотрите, давайте посмотрим, что означает, что мы знаем вот то, что здесь написано. Значит, что если применим наш оператор к F1, F2, F3, да, мы должны получить F1, F2, F3 на вот эту вот матрицу. Минус 3, минус 3, минус 2. Но тогда смотрите, это означает, что я точно знаю, как посчитать А от F1, это есть F1, F2, F3 на вот этот первый столбец. То есть я просто знаю образ F1, по сути, из условия. И как он разложен по F1. И я вот это могу посчитать. Теперь аналогично из второго равенства А, G1, G2, G3 равняется G1, G2, G3 на вот эту вот матрицу. Ну и тут вот какие-то числа, а вот это мусор. Я на самом деле знаю, как посчитать А от G2 и А от G3. То есть я знаю, что А от G2 равняется G1, G2, G3, ну вот с какими там координатами. И А от G3 я знаю, как посчитать как G1, G2, G3 с какими-то координатами. То есть вот по сути, что мне дано. Вот это и вот это я могу посчитать, какие есть векторы. Ну и пусть я посчитал, и пусть вот тут получился какой-то вектор U1, тут какой-то вектор U2, а тут какой-то вектор U3. Вот я их посчитать могу. Для этого у меня есть все данные. А теперь смотрите, что у меня есть. Я знаю, что у меня оператор А F1 переводит в U1, G2 переводит в U2, G3 переводит в U3. И теперь можно методом пристального взгляда просто проверить, что векторы F1, G2 и G3 на самом деле линейно независимы. Что F1, G2 и G3 у меня оказываются линейно независимы в задаче. А это означает, что этих данных достаточно, чтобы восстановить мой оператор. И более того, эти данные означают следующее, что если я применю оператор к F1, F2, F1, G2, G3, я получу матрицу из столбцов U1, U2, U3. И поэтому теперь, если я хочу найти матрицу А, мне просто надо вот эту матрицу поделить справа вот на эту матрицу. Поэтому матрица А находится вот и все. Кто сумел проследить за решением задачи? О, отлично. То есть как бы в задаче нужно было лишь просто написать условия и увидеть, что как бы условие говорит, что реально мы просто умеем считать образы вот каких-то векторов, а все остальные данные просто лишняя дичь, которая была нужна для того, чтобы просто запутать и сообщить лишние данные. Вот знаете, в физтехе, там, когда задачи по физике дают, значит, там дают кучу лишних данных для того, чтобы люди просто тупо формулу не подставляли, а думали, какие данные нужны, какие нет. Здесь, по сути, вот такая же задача. У вас куча лишних данных, и на самом деле вот из них надо просто вычленить то, что вам нужно. И вот то, что подчеркнуто красным, вы, по сути, вот в задаче витиеватым образом сказано, что F1 во что-то переходит, G2 во что-то переходит и G3 во что-то переходит. И так как они оказались линейно независимыми, то по ним вот с помощью строчки внизу восстанавливается матрица самого линейного оператора. Вот и все. Вот это эффективный способ решать такую задачу. Так, хорошо. У меня еще есть 5 минут. Давайте я еще одно замечание тогда сделаю.
Смотрите, по поводу диагонализации я еще хотел, я еще сейчас гляну, чтобы я не забыл. Я тут специально смотрел, делал заметки. Так, вот про это я поговорил, Угу. А, вот, надо еще про собственное подпространство замечание сделать и про... Смотрите, по поводу диагонализации, два замечания еще хотел сделать, последних. Значит, смотрите, диагонализация еще раз. Значит, вот у нас вот есть векторное пространство V. В итоге, смотрите, диагонализовать это означает... Да, у нас есть еще внутри векторного пространства, да, есть оператор. И вот пусть у него лямбда 1, лямбда S – это собственные значения, и N1, NS – это кратности в характеристическом многочлене. Тогда, значит, у нас есть понятие собственного подпространства, это просто все векторы из V для данного собственного значения. Вот такие штуки образуют подпространство. И тот факт, и, значит, мы проверили, что φ диагонализуемо равносильно тому, что все пространство V, оно раскладывается в прямую сумму вот этих собственных подпространств. Но на лекциях вам доказывали, что в общем случае вот эти собственные подпространства, они всегда линейно независимы. Это означает, что если вы возьмете по вектору из них и получите 0, то отсюда следует, что все векторы, которые участвуют в этой штуке, равны 0. То есть если вы возьмете один вектор отсюда, один из второго, один из этого и сложите и получили 0, то оказывается каждый из них 0. Вот в этом смысле векторное подпространство линейно независимо. По-другому это означает, что если вы из каждого из них возьмете базис, то в сумме они дадут линейно независимую систему. То есть вообще говоря, для любого фи у вас всегда есть вот что. Внутри V просто содержится вот эта прямая сумма собственных подпространств. То есть вот собственные подпространства всегда вместе дают прямую сумму. Просто эта прямая сумма может не дотягивать до всего пространства. То есть может так оказаться, что вообще говоря, вот тут может быть меньше. Не все. И вот причина, почему не диагонализуется, причина из-за того, что вот тут вот нет равенства. Вот. И если вы хотите изучать в общем случае, что происходит, то вам нужно вместо собственных, то есть собственными векторами вы не можете как бы прощупать все пространство. Если вы хотите взять как бы другие, ну как бы начать изучать все пространство, то вам нужно так называемые корневое подпространство. Корневое подпространство – это вот что такое. Это объединение, давайте я вот так вот лучше запишу, что это все такие векторы V из V большого, что существует N, что фи минус лямбда ита id в степени n v равно нулю. То есть как бы собственные вектора – это те, для которых n равно единице, а корневые – это вот такое вот множество. Вот оказывается, что это множество, оно является подпространством, и на самом деле это подпространство – это есть просто объединение ядер вот таких вот операторов по n больше или равно нуля. При n равном 1 это будет собственное подпространство, поэтому собственное подпространство здесь лежит. А, значит, ну, а как бы, ну вот при, если вы берете объединение по всем возможным степеням вот этих ядер, то у вас получается корневое. Да. Ну а собственно это просто ядро от фи минус лямбда ита id. Это просто по определению, что у вас получается здесь есть, и оно вот здесь лежит. Так вот, и вот оказывается, вот в будущем вам там потом докажут, что вот корневых их достаточно в том смысле, что сумма корневых, она дает всегда все пространство, но только вам надо, чтобы корневых хватило, ну, это над алгебраически замкнутым полем. То есть если хармногочлен у вас разложится на линейные, то вот обязательно все пространство будет прямая сумма корневых. И вот это будет вести к Жордановой нормальной форме. Вот. А значит, что я хотел сказать здесь, что смотрите, вот здесь у вас встречается такая штука, как объединение бесконечного числа ядер. И вот оказывается, что вот такая штуковина, она на самом деле стабилизируется. И вот я в свое время вам рассказывал про стабилизацию ранга, какие-то трюки, как считать. Правда, блин, может быть, не вам, но я надеюсь, что это вам. Значит, что вот как посчитать, например, там ранг А в степени 10, степени 10, степени 10. Вот оказывалось, что достаточно, что это всегда совпадет с рангом А в степени ее размер, где n размер А.
вот эта штука, она, вот факт такого характера можно сформулировать на языке операторов. И он выражается в так называемой лемме стабилизации, которую я просто хочу сейчас сформулировать и на этом закончить. Тоже полезная штука, которая позволяет геометрически думать про вот подобные эффекты в виде стабилизации ранга. Что если у вас есть линейный оператор на пространстве V, то вы можете рассмотреть его ядра, ядра его степеней, они обязательно будут как-то расти. При этом они устроены так. Они какое-то количество шагов растут, а потом обязательно равенство. Постоянно. Аналогично происходит с образом. Вот если вы смотрите на образ, он какое-то количество шагов строго убывает, и с того же номера k, что и ядра, он стабилизируется. То есть это так называемая лемма о стабилизации, что ядра, они как бы какое-то количество шагов строго растут при возведении в степень, а потом уже постоянны. И аналогично с образом, какое-то количество шагов убывает, а потом уже постоянны. Вот, значит, шаг k, он один и тот же, значит, он будет не позже, чем размерность пространства. Вот, и сейчас, что еще здесь хотел сказать. Что-то хотел еще сказать здесь полезного по поводу этой штуки. Да, и эта штука, она в частности объясняет, что вот это вот объединение, которое вот здесь, просто вместо фи надо рассмотреть фи минус лямбда айди, вот, что оно, что вот как бы тут достаточно брать объединение до n, которое, ну, вот совпадает с вот этим k, на котором наступает стабилизация, а это k, оно всегда не превосходит размерности пространства. Ну, потому что у вас в каждый момент хотя бы на единичку размерность растет. Вот. Ну, еще стабилизация может наступить на нулевом шаге. То есть может оказаться, что уже вот здесь, в самом начале, 0 равняется ядру и v равняется образу. Это для обратимых операторов. То есть то, что я вот пишу, вот здесь вот неравенство, может оказаться, что их вообще нет, то есть с самого первого шага просто идут равенства. Вот. Такой вариант тоже есть для обратимых. Вот. Это то, что называется лемма стабилизации. Она позволяет вам всякие там вещи такие говорить, что вот, скажем, как посчитать образ оператора фи в степени миллион. Но вот если оператор на двумерном пространстве, то для этого достаточно взять фи в квадрате и посчитать его образ. Вот что-нибудь такое. Вот. Фух. Так. Ну, на этом более-менее все. Абсолютно все, что я действительно сегодня хотел рассказать, я вам рассказал. Ребят, есть ли какие-то вопросы? Вот по тому, что было рассказано. Нужно ли что-нибудь еще где-нибудь пояснить или прокомментировать? Окей, а кто считает, что он дожил до конца и смог все осознать? Есть такие? Мне просто любопытно. Ну, в основном вроде понятно все. Ну, за исключением там каких-то моментов, которые нужно осознать. Ну, ладно. Тогда, значит, не самый полный провал, то есть, по крайней мере, было полезно. Окей, ребят, тогда на этом, видимо, все. Всем спасибо, всем удачи.